В этом выпуске игрушечных новостей. Мегаблокс меняет название. Технолог продолжает создавать конфетно-яичную продукцию и никак не предложит конечный вариант весьма сомнительного проекта вторжения. Новые наборы от Mega Constructs и многое другое. Приветствую вас, парни и девчонки! Вы смотрите канал «Сын, отец и игрушки», с вами Алексей Чернышов. И это уже второй выпуск игрушечных новостей. Да, пока не было возможности делать выпуски чаще. Но, возможно, благодаря вашей поддержке, то есть лайкам, комментариям, что подобные видео нужны, ну и, конечно же, просмотрам, я пойму, что эти выпуски нужны чаще и буду делать их для начала раз в две недели, а потом каждую неделю. А теперь о главном. Наверняка многие из вас уже слышали, что Мегаблокс меняет свое название на Mega Constructs. В далеком уже 2014 году Мегаблокс был куплен компанией Mattel, у которой в свою очередь аж в 1983 году была своя линейка конструктора, кто бы мог подумать, под названием Constructs. Затем она была закрыта и вновь производство начато в 1988 году, но уже в 1997 году большие боссы, судя по всему, решают закрыть линейку. Ну а теперь они, видимо, решили примострячить свое название к уже известному бренду, такому как Мегаблокс. По факту-то ничего не изменится, появится новый сайт, который нам обещают к январю 2017 года, и новое лого, которое уже красуется на новых наборах. Более того, не весь конструктор будет носить новое название, а лишь так называемая серия Мегаблокс Коллектор, содержащая следующие линейки: Кубрас, Хейла, Call of Duty, Destiny, Star Trek и Черепашки-ниндзя. Однако только классические черепахи должны обрести новое название. Все прочие серии, по сути, будут выпускаться по-прежнему под брендом Мегаблокс. Так что по факту название меняется лишь у коллекционной линейки Мегаблокс. Кучу разной мелочи выпускает технолог и работает не с самыми нужными продавцами сейчас, что сильно меня, как давнего поклонника этой фирмы, расстраивает. Такие недопроекты, как вторжение, похожи больше на солянку из разряда, знаете, такие сидят и думают: «А давайте сделаем что-нибудь из оставшихся деталей-продуктов». Солянка, самое оно! Примерно так для меня выглядит вторжение. Плюс разные карапузы типа технозавриков и технодраконов, все это как-то мелковато и крайне немасштабно для такой компании с огромной историей, которая, судя по всему, так и останется историей, к сожалению. В общем, по технологу пока ничего конкретного и интересного, а жаль. Далее новости мельком. Сайдшоу открыли предзаказ на фигурку Фредди Крюгера, созданную по третьей части франшизы. Данная фигурка была анонсирована еще в 2014 году. Более подробно она показана на Комик-Коне в Сан-Диего в этом году. Высота фигурки вместе со стилизованной подставкой около 22 дюймов, что составляет примерно 56 наших сантиметров. Джастин Лин станет продюсером и режиссером картины, основанной на линейке моделек от компании Mattel. Да-да, друзья, нас ждет фильм про Hot Wheels. Кстати, Джастин Лин – это тот человек, который принимал участие в съемках четырех фильмов франшизы Форсаж. Самое интересное, что данный проект никак не могут родить уже более 10 лет. И что-то мне подсказывает, что это неспроста. И нас ждет, скорее всего, очередной трэш или фильм про гонки, не имеющий никакого отношения к Hot Wheels. Единственный выход, на мой взгляд, это анимационная картина, но вряд ли Джастин Лин прислушается к моему мнению. В сети появились фотографии наборов Лего из серии «Город» за 2017 год. Аж 8 наборов с полицейской тематикой нас ждут в следующем году. Некоторые являются практически копией предыдущих наборов прошлых лет, что весьма расстраивает. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но мне кажется, Лего все реже нас удивляет.
Немного свежих фотографий крайне ожидаемой фигурки Доктора Стрэнджа от Hot Toys. Chronicle Collectibles откроет предзаказ на свою статуэтку уже на этой неделе. Данная коллекционная статуэтка создана по фильму «Звездный десант», который вышел на экраны аж в 1997 году, и приурочена она, судя по названию, к 20-летию франшизы. Данный коллекционный шедевр имитирует сцену из фильма, когда Джонни Рико забирается на жука и делает в нем здоровенную дыру, чтобы закинуть туда гранату. Статуэтка будет стоить 350 зеленых по предзаказу в течение 30 дней, начиная с 4 ноября, и 400 баксов по обычной цене. Котобуки открыла предзаказ на статую дроида K2CO в масштабе 1 к 10. Информации по фигурке немного. Известно лишь, что у нее будут некие магниты в ногах для большей устойчивости статуэтки. Они будут магнититься к подставке, которую на данный момент дизайнеры не готовы показать. Кстати, фигурку уже можно предзаказать на сайте, адрес которого у вас на экранах. Стоить она будет вам всего 80 зеленых рублей без одного цента. Переходим к заключительным новостям на сегодня. Новые наборы от Mega Constructs, aka Mega Bloks. 4 новых набора по классическим мультсериальным черепахам нас ожидает. 3 набора под общим названием Mutagen, которые будут содержать по одной фигурке и шикарной подставке. А также дополнительные руки и головы, чтобы можно было поменять их и создать новый образ той или иной фигурки. Эти сеты будут посвящены Рокстеди, Рафу и Майке. А главным сюрпризом, как по мне, будет набор, посвященный Донни и каменным солдатам из измерения X. Подобные наборы мы уже видели в первой линейке, где были Рокстеди и Бибоп. Набор будет содержать 4 фигурки, 3 каменных солдата и Донателло. Ну и, конечно же, отличную подставку. Также нас ждут 3 набора по серии Хейла. Это новый Циклоп и пара сетов, посвященных двум легендарным командам. Команда Осирис и Синяя команда. Оба батлпака будут содержать по 4 фигурки и весьма занятную подставку, а также кучу аксессуаров. На сегодня это все новости, которыми я хотел поделиться с вами. Если вы нашли интересные новости про игрушки или гик-культуру, скидывайте ваши ссылочки в специальное обсуждение во ВКонтакте у нас в паблике. Ссылочку обязательно оставлю в описании. Впрочем, помимо той ссылки, там будет куча других ссылочек. Подписывайтесь на все, что вам понравится, а лучше на все. И, конечно же, не забывайте про лайки и комментарии. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока-пока.